Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пчув. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, совсем мы больше снимать для вас видео. Сегодня у нас ритуал, как говорится, пало, шаманизм или сантерия Куба, как говорится, как через Ойя или центр Ондоки пробудить силу ведьмы, так сказать. Ритуал очень простой, мой авторский, как говорится, понто, ой, так сказать, фирмас, тоже мое авторское. Так, что нам понадобится? Первое, естественно, красная или фиолетовая ткань, на которой мелом чертим данное понто. Ой, уже с кем бандуси путаюсь. Вот, то есть данное изображение, будем говорить, вот. Или космограмму, да. Чертим ее именно или в среду, или в пятницу. Выбираем время, вот. После этого, естественно, или записочку пишем, или берем красную свечу, или фиолетовый, что-то оно у меня синее, кажется, так-то фиолетовое. Что-то оно у меня синее отсвечивает, а фиолетовое так-то вот. Фиолетовую свечу, на ее смазываем оливковым маслом обычным и пишем свои данные здесь, вот. Ставим в центр это все. Вокруг мы обсыпаем, если есть арахис, если есть арахиса, можете обсыпать. Сахаром и кокосом, можно стружками кокоса, вот. И также семя не черное, а вот именно желтое, как в магазинах продают, желтая горчица. То есть вот такая светлая горчица, ей обсыпать вокруг. Вот, и просто попросите своими словами, как говорится, вы должны объяснить, сказать, что своими словами Ойя или Централ Эндоки, помоги мне усилить мою магическую, там, ведьминую силу или ведьмовскую силу, магическую, дай мне сил, чтобы... Ну, это как мини-посвящение в кавычках. То есть вы получаете магическую силу. Вот, свечу вы зажгли, естественно, все горит. Если есть сигаретка, можете сигареткой окурить это все, активировать, вот. Все это горит. Вы лучше на западную сторону это делать, повернувшись на запад, как говорится, вот в западную сторону. Начертив это можно на полу, все это делать, чтобы вам никто не мешал. Зажгите свечи, сигаретка горит, допустим, да? Вот, и просите Ойя или Централ Эндоки, или ее еще ведьма называют также, о магической ведьмовской силе, чтобы она у вас повысилась, если она у вас есть. Но многие себя считают ведьмами-ведьмаками, вот, и шизофрениками тоже, некоторые сферы. Вот, потом вы это сделали, свеча догорает до конца. Если у вас есть 9 свечей красных, можете 9 по часовой стрелке зажечь, поставить, еще усилить сильнее. Или фиолетовых, вот. Можно белых попробовать, если красных или фиолетовых нет. Вот 9 свечей. Если нет, то толстую одну. Вот. Естественно, вы просите своими словами, говорите, визуализируйте, чтобы в вас вливается фиолетовая такая энергия в тело, с макушки, вот. И потом уже сила появится. Сон приснится вам на эту тему определенную. Вот, что, возможно, даже женщина такая с растрепанными волосами к вам подходить будет. Это и есть как бы Централ Эндоки или Ойя, да, воительница. Вот, потом вы это сделали, как бы все сожгли, потом просто относите к вратам кладбища. То есть ищите, где у вас кладбище, к вратам кладбища. Если нету, то просто можете в лес под дерево отнести плодовитое, там, допустим, яблоню. Рябина тоже как бы с духами мертвыми помогает работать. Можете там оставить вот продукты. Если есть, можно даже куриные сердца то положить еще вдобавок. Ну вот простой такой ритуал, как говорится, пробуйте, делайте, развивайтесь, двигайтесь вперед, а не сидите на месте по письменно. Как говорится, всем удачи, успехов, с вами был Александр Пчув, ставьте лайк, комментируйте, просите, удачи!